Друзья мои, слов у меня нет. Выбито, выхожено, выпотрошено. Не знаю, какие еще слова подобрать. Тут нет, тут просто нет живого места. И я нашел монету. И надеюсь, что это раритетик. Смотрим. Друзья, все мы знаем, что старинные вещи, монеты, награды, древние артефакты стоят очень дорого. Ну а заработать на продаже антиквариата можно с помощью аукциона Виолити. Здесь профессиональные эксперты помогут вам определить вашу находку. Удобная система поиска позволит узнать цену на нее, а большая клиентская база даст возможность продать по самой выгодной цене. Открывайте торги и зарабатывайте на этом деньги. Ссылки на аукцион и YouTube канал Виолити вы найдете в описании под этим видео. Сантиметров, думаю, 12-15. И вылезла монетка. Как ее пропустили, ума не приложу. То, что вас пугает, для нас норма, так-то мама мия. Ну, возможно, что земелька немножечко просела. Вот. Это у нас древнеримский динарий. Именно за этими монетками я и охочусь. Так, что вам сказать? Слушайте, рельеф вроде бы неплохой у монетки. А вот кто это, друзья? Хотелось бы какого-нибудь раритета или что-нибудь невиданное. То, что еще ни разу я не находил. Так, слушайте, рельефная монетка хорошая. Вот богиня у нас с этой стороны. А здесь, слушайте, ребята, ой, как хотелось бы мне, чтобы это был именно тот император, о котором я вот подумал. Ребята, я никогда ни разу не находил каракаллу. Гетту находил несколько раз, а вот каракаллу нет. А, нет, друзья, смотрите, вот, с левой стороны можете наблюдать гетто. Это молодой император, брат того самого каракаллы, который мне никак не попадется под катушечку, и сын Септимия Севера. Вот этот самый каракалла ухайдохал своего братца, не захотел делиться властью, вот, и стал править самолично. Друзья, монета отличная. Сейчас я ее почищу и вам покажу. И посмотрите, друзья мои, какой красавчик. Император Гетто. Монета в отличнейшем состоянии. И немножечко бабулесов она подтянет. Да. Рад, не ожидал, действительно не ожидал. По чесноку скажу, мы сюда заезжали, по нескольким местам проехались. Там соя, там кукуруза, заехали сюда. Ой, так, часик походите, ехать по разведочкам, и пожалуйста. Красавчик. Придется еще немножечко покрутиться, походить, поискать. А вдруг еще попадется какой-нибудь римский император. Супер! Класс! Друзья мои, если вас интересуют настроечки, с которыми я хожу, да и в общем и целом, как настраивать Deus, то специально для вас в описании под этим видео я оставил ссылочку на ролик, в котором подробно рассказываю о своих настройках. Так что, уважаемые Deus-оводы, кому интересно, переходим и смотрим. Не прекращаю я, друзья, попытки копнуть чего-нибудь хорошего онлайн. Такой спорный сигнал, возможно, там
железячка рядом с цветным. О, пропал, неужели пропал? Или все-таки глубже? Давайте проверим. Там в нем немножечко глубже. Нет, все правильно. Все правильно, ребята. Сигнальчик есть. Так, а что это у нас? Вот что это у нас, ребят. Вот что. Смотрите, что-то круглое. Ха-ха-ха. Что это такое? О, круглое. Друзья, что же это круглое? Это у нас... какое-то колечко вот такое. А, пряжка. Друзья, это пряжка по Риму. Медячок выскочил, друзья. Ямка сантиметров 15. Не очень глубокая, била хорошо. Magic. Медь всегда бьет хорошо. Что это у нас? Я так понимаю, что это какой-то царек. Возможно... одна, вторая копеечки. Вот. Николаевские. Да, друзья, это у нас одна, вторая копейки. Вензель Николая II. Монета убитая. 1899 год я там рассмотрел. В общем, ничего особенного. Копаемся дальше. Интересный артефактец. Это у нас проколка. Бронзовая проколка 2-4 веков. Смотрите, какая острая. Вот не знаю я точно, что ими прокалывали. Я думаю, в коже делали отверстия, может там. Ну, уже использовали для своих нужд эту кожу. Вы говорите, вуду это сатанизм. А вуду не сатанизм. А вуду не сатанизм. Вот слышал, расчленили малолетку, голову нашли на свалке. Это сатанизм. Не ходи к гадалке. Тончайшая, как игла. Вот, с этой стороны немножко, может, выработано, может, такое и было. А тут, ну, прям, я не знаю, можно проколоть пальчик. Вот такой предмет. Поймал, друзья мои, сигнальчик. Так вообще четенько. Так немножечко крупноват. То есть монетка, если монетка, то крупная. А может и не монетка. Не. Такой монеты быть не может. Что это такое? Какая-то бронзовая фигня. Друзья, смотрите, какая здоровая. Какой-то стакан бронзовый, слушайте. Сплюснутый. Непонятно. Такой какой-то предмет. И пропустили же, а? Ну, может, не брали. Это явно бронза. Патина древняя. Не знаю, что это. Дна нету. Кому винище, чтоб не сорвало днище. Интересно. Заберем. Друзья мои, выпала монеточка. Думаю, империя. Саша! Саша, не ори. Ёлки-палки, друзья, это империя. Это империя, и это просто супер. Саша, не ори, вот, пожалуйста. Это да. Увидели вы, нет? Сейчас мы это дело будем с вами смотреть. Брать чистыми руками. Ах, ребята, это бомба. Друзья, этот момент просто требует показа вам моей довольной рожи. Блин, ну вообще не ожидал. Как здесь эта монета оказалась, я не знаю. Тут у нас как бы римские просторы. Вот, ну, я в шоке, я в шоке. Причем здесь кожано, ну, вдоль, поперек.
Не знаю, как? Бомба! Magic! Смотрите, друзья, что это? Блин, и хотел же копнуть онлайн, но только что выкопал вот эту вот шнягу медную. Подумал, что это что-то похожее. Друзья, это серебро. И это царское серебро, ребята. Я думаю, что это Николаевский полтос. Magic. Хе-хе-х, друзья, Николаевский полтосичек. Вот это класс. Находочка просто бомба. Просто супер. Так, какой там год, ребята? Слушайте, так сразу вам не скажу. Так, не хочется особо ее тереть, да? Чтоб патинку не стирать. Вот. Кто это вообще такой? Слушайте, ребята. Ну, с вашего разрешения, друзья, плюну в рожу этого императора всероссийского. Сейчас посмотрим, кто это. Протираем, протираем, друзья. Ну и кто же это у нас? Николаша! Николаша под номером 2 появляется у нас на свет. Хорошо, хорошо. Это мне нравится. Так, а какого года, интересно, эта монетка? Ну что ж, ребята, год у нас 1896. Вот. Вот такая вот монетка. Просто бомба, друзья. Просто бомба. Ну, не ожидал. Копнуть Николашу. Это мой, по-моему, второй полтос николаевский. Два раза я еще находил рубасики. Вот, на канале это у нас есть. Так что находочки. Находочки такие имеют место быть, друзья. Просто супер. Ну что ж, ребятушки, радости моей нет предела. Это, конечно, не золото, но николаевские полтосы, как говорится, на дороге не валяются. Вот, нечастая находочка. Поэтому с вас, друзья, лайкос. А я копаюсь дальше.